Среди жертв вчерашнего теракта на вокзале в Волгограде двое ивановцев. Оба жители Заволжска. Оба в момент взрыва находились в эпицентре. 48-летний Андрей Задорин скончался в больнице. 38-летний Михаил Маржухин, по последней информации, уже транспортирован в московскую клинику. В Рио губернатор Ивановской области Павел Коньков выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате теракта. По данным Минздрава, в результате прогремевшего взрыва на вокзале пострадали более 30 человек.